Гарри Баян. Фехир Фирме. 1986 года рождения. За это время стал двукратным чемпионом России, чемпионом Европы, неоднократным победителем международных турниров, в общем числе турнира серебряный призер чемпионата мира. Его соперник Ираклий Каланде, также из Ростовской области. Сильный борец! Ираклий сам! 94-го года рождения. Первый тренер Ириканекса, личный тренер Волков Новопольский, является двукратным призером чемпионата России. Здесь все красные. Здесь все красные. Пальцы борцы. Да, хорошо, еще. Вот.
Кто на синий? Спасибо, синий. Группа Си. Все красные. Здесь все красные. Голову выше, борцы. Победу!